Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что на территории яхт-клуба имеется охранник, который на момент прибытия сотрудников спал в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, установлено несколько камер видеонаблюдения. На видеозаписи было видно, как на территорию яхт-клуба прошел мужчина, обошел всю территорию, затем отвязал лодку и уплыл на ней. Никто из работников яхт-клуба мужчину на видео не опознал. В ходе оперативных мероприятий через несколько дней на реке Кама, недалеко от поселка Змеево, сотрудниками полиции лодка была обнаружена. А на следующий день был задержан подозреваемый. Им оказался 41-летний мужчина, который недавно вернулся из мест заключения. Как выяснили полицейские, 10 июля он вместе с охранником яхт-клуба распивал спиртные напитки. После того, как охранник уснул, мужчина украл у него сотовый телефон и лодку. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.